Привет, бойцы! Сегодня собрал для вас мнение профессионалов в сфере ММА. Файтеры и аналитики порассуждали на тему того, кто окажется победителем в схватке между Израилем Адесаней и Пауло Костой. Меня зовут Иван Неумин, это канал It's Time, ставь лайк и погнали! Роберт Уитакер, бывший чемпион в среднем весе UFC. Я думаю, у Адесани есть все необходимые навыки, чтобы победить Косту. Он очень техничный, он очень хорош, он хороший боец. Я его не очень люблю, но он хороший боец. В то время Коста опасен, он очень взрывной, у него бешеное кардио и он очень сильно бьет. Посмотрите, какой он огромный. Думаю, в этом и есть причина, по которой он продолжает побеждать. Дэн Харди, аналитик UFC. Настолько ли опасен Пауло Коста? Я думаю, что в стойке он просто более безрассудная версия Йоэля Ромеро. Я не думаю, что он доставит проблемы Адесане, Уитакеру или Тилу. Но если он поймает вас, тут всегда будет это если. Это как в случае с Дериком Льюисом. Если он не сможет вас поймать и нокаутировать, то вы заставите выглядеть его глупо. Все три вышеназванных бойца способны сделать из Пауло Косты пауэрлифтера, случайно попавшего в октагон. Пауло Коста в действительности пауэрлифтер, если его сравнивать с этими мастерами смешанных единоборств. Люк Рокхолд, бывший чемпион в среднем весе UFC. Коста спокойно может выиграть в этом поединке. Это противостояние быка и матадора, и Израилю нужно будет по максимуму использовать свое преимущество в риче. Этот чувак, Пауло Коста, он просто прет вперед и выбрасывает все, что у него есть в арсенале. Однако у Адесани хороший футворк, хорошая защита и у него очень точные удары. Так что кто знает, может ему даже удастся потрясти Косту. Израиль Адесаня, чемпион среднего веса UFC. Очень жду боя с Костой, выйду убивать или быть убитым. Коста по мне попасть не сможет в бою. А если ему и удастся это сделать, я смогу выдержать все его атаки. Джек Хермансон, средневес UFC. Когда я буду драться за титул, Пауло Коста будет чемпионом. Он будет оказывать давление на Адесанию. Давление Пауло Косты просто безумное. Он бьет очень тяжело и он может делать это почти на протяжении всех раундов. Физическая подготовка и мощь этого парня просто невероятная. Я думаю, он станет проблемой для Адесании. Но никогда не знаешь, что может произойти в нашем спорте. Адесани отличный боец, он волшебник, когда дело доходит до боя в стойке. Так что это будет очень интересный бой. Чел Сонан, бывший боец UFC и аналитик. Бой будет близким. Адесанья показал не самый яркий бой с Ромеро, но Коста точно будет переть вперед и пытаться поломать Чемпа. Близкий бой. Пауло Коста, топовый средневес UFC. Блин, как же я уже хочу выскочить с ним в клетку. У меня есть мощь, которой не хватило Гастелуму. Я буду переть на него, не давая ему пространства, и в конце концов вырублю наглухо. Вот так думают профессионалы. Ставь лайк и подписывайся, мы тут пытаемся набрать 1000 подписчиков. И обязательно пиши свой прогноз в комментах. Меня зовут Иван Неумин, это канал It's Time. Пока!